сегодня мне повезло, у меня такой зритель хороший, все хорошо играют. И это очень приятно. Но я на самом деле не сомневалась. Просто говорит, что у вас там долго все учат. Вот смотрите, там 2 месяца уже играют такие полотна, очень серьезные, и возможности колоссальные у людей, да. И хороший аппарат, все хорошо. Мне, в принципе, почти все нравится. Я понимаю, что это еще сыро, да, и человек абсолютно правильно пишет. Вы можете правильно со мной не говорить. Tegelikult natuke tahan, mis on hea, noh, lugu teil natuke paremini. У меня есть вот такое, знаете, соображение, скажем так, по его игре. Что бы я ему посоветовала, мне кажется? Я так все думаю. Я вот вас пока слушала, там ноты выровняла, подумала, какое длинное скерцо. А когда здорово играет, кажется, что он очень короткий. Почему возникает это ощущение? Потому что все вот эти вот повторяющиеся части, виртуозные, да, вы играете абсолютно одинаково хорошим фортом. Мне это нравится. Да, я не люблю, когда, допустим, там играет там супер какой-то пьяный в этом скерце. Все эти скерцы Шопена, которые созданы, согласитесь, да, я не знаю, думали вы об этом или нет, он, в принципе, поменял лицо этого жанра. Шопен мутит себя жанре. Согласны? Да? Ну, вспомните, скерца просто даже рядом стоящего Мендельсона. Знаете, по пьяному скерцу? Ну, посмотрите, вы сразу меня вспомните, чем это отличается, да? В этом жанре была какая-то легкость, игривость и так далее. Здесь это есть? Видите, в этом жанре как бы сказать, это жанр сцена. Слышите ли здесь? Кассинация. Не слышите. И я не слышу. В третьем скерце слышите ли? Конан скерце. В четвертом возникает какая-то полетность, которую тут же Сен-Санс потом перехватит. Вы услышите это в его второй части, во втором концерте. Neljandas midagi on ja see on saanud selle üle, mis on esimesed. Analoogia где-то там витает, безусловно, да? И все равно там драма, все равно. Это уже другой жанр, с другим наполнением, да? Он уже не легковесен, он уже драматичен и очень драматичен. Ja siis, kui on mingi драма, siis on hoopistel ja muusik hoopistel siis. Вот Шопен знает, с кем-то конкретно, да? Есть хорошие книжки, они написаны. И там несколько раз в разных изданиях повторяется мысль, которая звучит следующим образом, я не дословно, что я когда жил, он во Франции писал, вы понимаете, по времени, да, находясь в французских салонах, и он писал, что пока я там сидел в салонах, я все время делал вид, что у меня все так хорошо, все замечательно. Потом приходил домой и шумел, как сумасшедший, на своем районе. Я говорю, что за салонки, то есть это видовать эти мули, это салон, там как рагасти, то есть, ну, мули, там как рагасти, то есть, ага, ты говоришь, это приехал, я здесь месяц. И вся, буря, да, и вся буря чувств, которые меня захлестывали, мое одиночество, моя тоска по родине и все остальное, да, боль от потерянных людей и так далее, все во мне вскипало. А относительно медленного эпизода Скерца, он писал, что он вспоминает, как в Польше бай-бай маленький Иисус. Он гармонизировал эту рождественскую песню. Такой, есть такие вещи, да, написанные про эту музыку. Вот в вашей версии, представить себе, что там «Спи спокойно, маленький Иисус», мне сложно, потому что вы там играете просто откровенную форму все время. Я согласна, что звучать в каких-то моментах при повторах может глубоко, мне это нравится. Et teatud kohtades võib ka sügav kõlaga mängida. No vot, ma mietu tõtva bai-bai, nii kakuvõtta, te знаете, vot преклонение перед образом и вот этой рождественской песенки, и просто гармонизация этого. И это какие-то чувства, которые человек вспоминает, думая о доме, о Рождестве, да, ведь это же... Уют. В этом есть что-то теплое, уютное, да? А у вас это очень деловая середина. Надо Кася. Который не оттеняет ваши крайние надежды. Поэтому оно кажется все время громоздким, это сердце. Где-то хочется какой-то интимной тишины, хочется какого-то другого звука. Тут самое, да, причем качество, у вас очень хорошо, вы вначале начали как-то вяло, но качество у вас на самом деле очень-очень неплохое. И вот это выпуклость вот всех вот этих рисунков, сейчас играть еще начало, разрывающее пространство аккорд. Вот звучащие долго, да, вот сыграете.
Есть разница между двумя форте и потом спортсан в более мрачной тональности. Вот эту разницу. Как же аккорды на алгусе жерели, вот, если вот, если он как спорт, это тенор спортсан форте, это все ремикс, а я румин. Как же аккорды на этом? Проверим. А это такое? Нет. Да, попробуй. Это два форта. Я тогда балерина. Два форта. Взрывающая. Вот этот факт, что такой висит кайф, а вот он мог взять. Кайф. Возьмите еще раз аккорд. Форте. Стоп. Возьмите аккорд форте. Это аккорд и вариант. Возьмите педаль. Тогда да. А теперь следующий аккорд. Боль, смотрите. А теперь следующий. Да. Дальше следующее.
Мина, я не знаю, как мне сказать. Здесь такой замечательный вальс в миноре. Раньше уходите на фальшиво.
Если что-то что-то вдруг останавливаетесь, да еще пьяно сразу, вы проваливаетесь, не понимаете, зачем мучились. Я бы такого пьяно сейчас. Вот сыграйте вот это. Аккорд, это арарий, то арарий. Как аккордец? Пом-пом-пом. Давайте. Пока когда-то больше.
никогда первую фигуру не играть от себя. Там ничего не слышно. Дальше. Без фигуры не войти. А потом делается свой крещен до пьяна. Иначе здесь вот после этого ничего не слышно. Так, если такой вот отговорил, он смотрит за мной просто. Thank you.
Поэтому у вас у всех.
хронический, там, потому что не то слушаете. Тогда я сейчас уже разговариваю, потому что такие, что твои возможности. Давай.